Ой, ой, тут тупик, там тупик. Дима, тут можно выйти. Вот. Это было легко, ребятушки. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Капибара, Фуфло, Профит, Гусанек, Пингвинус. Пацаны, скажите крутые слова. Привет. Всем привет. Привет. Ассалам алейкум. Ребятушки, мы взяли очень маленькую карту для того, чтобы на ней повеселиться и поугарать. И будем убегать от аниматроников с игры Security Breach. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ребятушки, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Так, отлично, отлично. Подсрачника ему выписал. Да. Я хотел сначала поставить NPC обыкновенных, ну, компьютера. А потом думаю, да не, лучший игрок пусть побегает, так веселее будет. Застрял. Застрял? Давай мы тебя достанем. Спасибо. Да не мало за что, обращайся. Второго пиндали дал. А ну иди сюда, Капибара. Как вы думаете, он вообще убьет кого-то в этой серии? Если кто-то затупит. Потому что он через раз убивает. Еще бы чуть-чуть бы и убил Капибару. Я третьего пенделя дал. Парни, за мной погоня. 1000 пенделей, ты его убьешь. Давай, тебе еще немножко осталось. Ты где, Фуфлик? Он опять стоит. Раздумывает жизнь. О, стойте, давайте ему, а ну давайте вы этот искусственный интеллект. Это типа за кем он смотрит, то тем. Ну я думаю, что так может лучше будет он бегать и быстрее. Не знаю, может застревать не будет, потому что это ж мы через NPC вселяемся. Так, еще бы чуть-чуть бы и убил. Вот честно сказал, скажу. Еще бы чуть-чуть. Ну давай, убей нас кого-то. Можешь другого аниматроника попробовать взять? Может получится? Давай, попробуй. О, вот этот будет побыстрее, смотрите. Или нет, одинаково бегает. Быстро ногами перемещает, а бегает медленно. Карта вообще маленькая, знаете, я думал, что будет полегче его убивать. Ну, я думаю, что убивает. Вот он не убивает? Он убивает, он же добрый. А, он добрый? Давайте разнообразим, мы не будем бегать. Ой, прыгать, точнее говоря. О, давай я сделаю ему проще. Стой, только не убивай. Сейчас я кое-что сделаю, чтобы было тебе проще. Понятно, я знаю, смотри, что будет. Настройка сервера. Я сейчас гравитацию сделаю, вот такую вот. А не, еще больше, добавлю еще нолик. 10 000, да, поставь. Во! Ну что, а теперь мы не сможем убегать. Не хопить мы не сможем. Потихонечку, медленно. Опа, вселился. Бегать можно. Но теперь ты не хопить не сможешь. Это, короче, не дает тебе возможность очень быстро убегать. Посмотрите, не может никак попасть. Стоит, просто руками дергает и все. Четвертый пенель. Давай еще 995. А чё не убивает? А вот побежал. Ой, еще бы чуть-чуть бы убил меня. Кстати, он не на большом расстоянии такого убивает. Восьмой, девятый. А, он не убивает. А убивает, мы ж проверяли. На, хавай меня. Давай. Ого, из-за того, что гравитация большая. Это жесть, вот это его раскидало. Ребята, два аниматроника. Сейчас будет уже немножечко посложнее нам. А в конце будет один выживший, все остальные аниматроники. Поэтому досмотрите до конца. Будет очень весело. Это ты, Дим? Нет. С фонариком? Нет. А, с фонариком был. Не, я Дима убивать не буду, он хороший, он мне спал. Да я плохой. Нет, ты хороший. Плохой, на тебе гранату за то, что ты так говоришь. А, блин. На. Кстати, граната так прикольно падает, сразу под ноги, даже не летит. Саня. А я не могу ее далеко кидать. Офигеть, вот это ее притягивает. Почему за мной двое? Давай, мочите, должны уже убить всех. Ну, как я думаю. Ой, за мной погоня. Давай. Кстати, они могут объединиться и как-то, знаете, окружить. Я буду к Диме их приводить. На. Парни, вот Дима. Если кто умрет даже от гранаты, тоже будет считаться, что он этот станет аниматроником.
Поэтому будьте внимательны. Рахит какой-то. Вообще не могу. Да, тяжело ему убивать? О, я в здание зайду. Давайте, в здание повыживаю. Не боюсь я никого. Ну что, Таня, они не убьют меня. Давай, иди сюда. Один на дверях, смотрите, стоит, чекает. Чекай, Фуфлик, не заходи. Он сейчас только зайдет, я проскользю. А там можно через окно вроде выпрыгнуть. А, нет, нет, окно нельзя выпрыгнуть. О, ой, ой, тут тупик, пройти, там тупик. Дима, тут можно выйти. Это было легко, ребятушки. Это было очень легко. Фуфлик, блин, красит. Че, пацаны, тяжело мочить? Можно NPC все-таки наставить? Как вы думаете? Давай NPC. Ну все, пацаны, давайте, давайте. Ставлю NPC. Договорились. Все, отключаю искусственный интеллект. Ё-моё, ну что, вы готовы? Сейчас будет жестко. Тут дом горит. Давай. Саня, души, туши, Саня. Все, ого, вот это меня притянуло. А вот да, теперь я... посмотрим, кто первый умрет, тот лох. А, так это не считается. Ладно, ладно, я сказал это уже, когда он умер, да. Да. Ой-ой-ой, их много. Тяжело, пацаны? Он горит один. Убил меня на расстоянии. Да, не убил один. Да как? Что за бред? За то, что гравитация так как-то странно ведет себя. Ого, пацаны, кстати, умирают. Кстати, ой, если они тебя несколько этих убьют, то ты, будет смерти две или три даже. Вот, у меня три штуки было. Ого, тут горит здание. Я пока живой. Кто живой еще? Ну ни разу не умер, кстати, да, это интересно узнать. Я не давай... разу не умер. Давайте выходите, а то это... Ой, подождите, я знаю, я сейчас поставлю аниматроников, которые могут заходить. Не бойся, давай. Смотри. О, сделаем прикол. Эй, зараза, это не прикол. Так, еще ставлю. А, эти тоже... Они заходят, заходят, заходят. Вот так он меня не убьет. Чего я это взял, я не знаю. Еще так долго убивает, блин. Ой-ой-ой, это меня колбасит. Ой, убегаю. Так, ставлю еще, чтобы было веселее, пацаны. Поехали. Что-то с ФПС просел. Да бывает, они друг друга там застреют, наверное. А чё не убивает никого? Чё, давай. Он не убивает никого. Мало ФПС, он будет мочить. Они застреют, а мало ФПС. Вот такая у нас еще есть. Хотя прям на голове поставить. Вот такое есть. Неприятно вообще-то, Дим. Всех ставлю, всех. Пойдем, добро. А, вот это... Отлично. Дима, вот этот вот синий, он может прыгать. А, Фредди удалил. Ой, не того удалил. Ой, я застрял что-то. Ну-ка. Эй, а что со мной? Эй, эй. Заглючило меня. Да, потому ой, что. Все, крякнул. Ему тут вообще просто... Я очень... не могу возродиться. Так, мы перезапустили и ставлю еще заново. Бывает, бывает, пацаны, у меня тоже он вылетает. Ой. Дима, я знаю, как луну сделать, надо пострелять в то солнце. Ой. А чё они на расстоянии убивают? Ой, гравитация осталась, офигеть. Да. Вот это толпа здесь. Так, надо выходить быстрее из здания. Саня, они нас окружили. Блин, это жесть, они сразу убивают. А что ж меня так колбасит, надо выходить срочно. О, давайте проверим, пригвождаются они или нет оружие. Да, зашёл. Они пригвождаются, буду их пригвождать сейчас. И я тогда. Так, поехали. Господи! Они в небо летят, кстати, офигенно. Дима, чтоб ты понимал, ой, какие-то баги здесь. Я в комнате стояла, а эти аниматроники меня утрили. О, полетел, полетел в небо. Офигеть, ребята, они летят в небо, когда по ним стреляешь. А! Кстати, гвозди из-за гравитации тоже вниз летят. Да? А я думаю, то что такое, не попадая по ним? Ого, колбас. Ладно, давайте гравитацию сделаем нормально. Ха-ха, какая-то фигня так играть. А, нет, Саня. Вот, сделаем, короче, приблизительно, как должно быть, около 600. Ну что, давайте попробую выйти. А как выйти? Гусь, Санек, выходи. Дима, выйди. А, да не могу, они меня замочили. Там 5 аниматроников на... Гусь, Санек, пока. Летают. А я знаю, что я их пригвоздил. Они наверху сидят. А блин, зараза, опять убили. Как мне с этого проклятого здания выйти? Они меня мочат постоянно.
Меня тоже. О, Дима, привет. А как нам выйти отсюда? Будем сидеть, отбиваться. Не, я могу вот так сделать. Я тебе помогу сейчас, я сейчас отвлеку их. Да смотри, блин. Да вы задрали морды. Вонючие, фу. О, я появился. А, я опять в здании появился. А как нам выйти? Я бомбу убил. Я бомбу убил. Жидко металл. О, смотри, пригвождённый стоял. Дима, они даже пригвождённые его убивают. Я знаю, главное не подходить. О, отлично, они спиной начинают идти. Они к стене прилипают, смотрите, это офигенно. А! Был пригвождён и убил меня. А, они нет. Они через стенку меня убили. Они через стенку убивают? Да. Я стоял, а, да, она... в окно. Надо, чтобы кто-то дверь открыл, я их попригвождаю. Давай я. Давай, открывай двери. Это не поможет. Да смотри, убил на расстоянии, подлец этакий. Уйди. Да что мы в здании появляемся постоянно? Я же говорил, надо поставить точку. О, я сейчас поставлю спаун, ребята. Сейчас я выручу вас. Так. Прибор, ты что? Саня, ты сколько раз умер? Все, можете умирать, пацаны. Подлагивает. Сейчас я его Прыгиваю. Наваливаем. Гусанёк, извини, не хотел. Это не я. Ах ты, зараза, я тебя тоже пригвоздю за это. Да ну блин, да вы задрали, мы ж не против друг друга. Опять вы друг против друга решили играть? Вот так, значит. Хорошо. Где мое оружие? Ребята, они меня вынудили, это я не хотел этого делать. А это вы виноваты, вы меня вынудили так делать. А, да? Да, идите, я не хочу с вами дружить. Началось, а я аниматроники и пацаны против меня. Вы что, мочить? Да дайте возродиться. Что, давайте на крыше не убивай. Давайте с крыши спрыгиваем, и тогда будем мочиться. Поехали. Я сейчас тебе мастерсалки. Ты не сможешь. Да. А. Беру миниган. Убью. Я поддался тебе. Эй, на аниматроника прыгнул, блин! Ого, их там на крыше. Сейчас я немножко их поудалю. Я сильно много наставил. Еще есть чуть-чуть. А, да зараза, блин! Да я поддался тебе! А где вы? Ой, блин, не ту кнопку нажал! Да, блин, я хотел присесть, а нажал В английский. Вот и смотри, блин, на шпагат разложили меня. Все, не валим, не валим. Ну, гусанёк, я ж... Ну, в здании, ну не валимся в здании. Все, давай, выйдем. А вот его я убью за ножа. Че, Дим, как выбираться будем? Не знаю. Надо, чтобы кто-то двери... А как мы не выберемся? О, парни, здравствуйте. Перестрелка в хате, хорошо, договорились. Я сейчас перестрелку сделаю. Да ты задрал, ты с чего стреляешь? Это патроника, да? Это не Егев, это пулемет. О, я в здании появился, в другом. Отлично, отлично. О, тут аниматроники везде. Ух, тут в хате насрат у кого-то, это жесть. А почему профита не могу убить? Не знаю. Ай, не бей. Ого, вы что там делаете? Это лагает. А что лагает, кстати, реально? А из-за аниматроников... Я удалил всех, нету никого. Нет. А, значит, из-за этих, потому что огонь. Наверное, да. Блин, ну сиди ко мне сюда. Я сейчас сердца убью, Диму. Убил? Убил меня? А? Получилось? Да блин, так нечестно. То чё нечестно, всё честно. Я бомбу успел большой поставить. Я отомстил тебе, Дима.
да? Если вам понравилась эта серия и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Но всем отличного настроения и всем пока. Давайте, поломайте новый Гаррисмод и компьютер мне, давайте.